ми запрошуємо вас у віртуальну мандрівку із нашим гостем. І я рада вам представити дуже творча, талановита людина, непосидюча. І це Ілля Кошковський, його фотограф. Його дуже багато людей знають у нашому місті, тому що дарує гарний настрій. Є так, на згадку, дарує світлини у найкращі часи, найкращі хвилинки життя людей. Доброго вам ранку. То я так заговорилася, розповідаючи про вас. І задивилася на вашу гарну посмішку. Ілля, отже, ви не тільки автор багатьох світлин на пам'ять для миколаївців, а ще автор багатьох цікавих, можна вже говорити у множині, багатьох цікавих проєктів віртуальних. Спочатку це був віртуальний Миколаїв, а тепер вже віртуальна Ольвія. Не тільки від сьогодення помандруємо у минуле. Що це за проєкт «Віртуальна Ольвія»? Это проект, который мы реализовали совместно с компанией Google в рамках программы цифрового преобразования Украины. В целом он рассчитан на популяризацию и развитие туризма Николаевской области и является виртуальной, так называемой виртуальной экскурсией. То есть в основе проекта лежит техника панорамной съемки. То есть панорам 70 сейчас представлено около 70 сферических панорам, собранных в тур. Мы сделали две языковые версии, это украинский и англоязычный вариант. И сейчас работаем также над русскоязычной еще версией. Записан виртуальный гид, который даст возможность пользователю получить много интересной информации об истории Ольвии. Вот. А также много интересных интерактивных сюрпризов, которые мы постарались туда вложить. Я знаю, що там закладено не тільки панорамний огляд, а ще можна віртуально завітати до найпотайомніших куточків цієї стародавньої пам'ятки і навіть до музеїв, так? Совершенно вірно. Тобто, якщо людина дуже хоче завітати до Ольвії, але щось їй заважає, то можна просто декілька разів натиснути мишку комп'ютера і завітати. Скажіть, будь ласка, що вам найбільше сподобалося в роботі над проєктом? Що найбільше, чому ви взялися за нього? Чи не було страшно? Ні, на самом деле, так сказать, тяга к такой социальной работе, она возникла достаточно давно. Ну, первые свои, так сказать, труды мы вложили в проекте 3D Николаїв. Вот, и хотели, конечно, не останавливаться на Николаеве, а дать возможность познакомить пользователей с нашей областью, потому что действительно она уникальна, есть очень много интересных и таких достопримечательностей, одна из которых это Ольвия. Вот, и когда мы непосредственно приехали и начали создавать план работы на месте, то есть настолько это место оно заряжает, ну, как творческий человек скажу, ну, действительно, можно сказать, немножко такое магическое, волшебное, то есть там приходит очень много идей, это прекрасное место, которое советую посетить всем. Хоча б навіть віртуально. Да, начать так. Можна з віртуальної екскурсії. Якісь труднощі ви зустрічали на своєму шляху створення цього проєкту? Загалом, скільки часу ви витратили на це? Проєкт зайняв у нас півтора місяця роботи, практично без вихідних, можна сказати. Около 20 часов в сутки проводилась робота, ну, просто работала ціла команда, поэтому такие сжатые сроки нам удалось реализовать этот проект. Так сказать, трудностей в принципе не было, это творческая работа, очень интересная. Хотелось, конечно, еще больше реализовать идей, но я думаю, это только начало, мы еще покажем. То есть материала собрали достаточно много интересного, и я думаю, это будет версия 1.0, а чуть попозже мы вас познакомим еще с более расширенной версией проекта. Тобто ще навіть не у всі куточки зазирнули. Звісно, да. Ще можна працювати, да, і да, працювати. Да. Ну, а що у вас якось, що вам було найскладніше? Ну, з чим, єдине, як фотограф столкнувся, ну, з маленькою складністю, то, що проєкт ми робили в ноябрі, ну, самі зйомки производили. Це не весна, не літо, то есть, ну, как бы не було какой-то такой сочной, яркой картинки, поэтому було. То есть мы охотились за каждой минутой солнечного дня, рассвета, снимали вечерние планы, ночную Ольвию хотели показать. Ну и дорога была каждая минута, потому что то есть где-то там какие-то 10 минут перед
такими грозовыми облаками, там вы можете увидеть на панораме. То есть дали такой красивый контраст. Ну, мы хотели показать на эту жемчужину самые лучшие стороны. Ну, поэтому... Для того, щоб показати цю перлину з найкращого боку, для цього потрібно про неї дуже багато знати. Ви читали перед цим якісь історичні розвитки, якусь екскурсію відвідували для того, щоб зрозуміти і якось підкреслити все найцінніше? Звісно, так поверхностно, як ми отримали таку, зібрали достатньо таку, як общую информацию, ну, в процессе уже самого проекта мы настолько углубились, подняли столько интересных материалов и информации, которую старались уже вложить дальше пользователям. Вам допомагали співробітники музею? Совершенно верно, да. Консультували, так? Да, про команду можете рассказать, яка попрацювала над цим проектом? Ну, непосредственно, как в самом проекте принимали также ребята из компании Google участие, они тоже давали много интересных идей, мы были постоянно на связи. Ну, а сам проект реализовала моя команда, с которой мы работали в проекте 3D Николаев, и то есть каждый выполнил, так сказать, свою функцию по максимуму, потому что это и художники, это и веб-мастера, вот, это и ребята, которые делали, помогали нам записывать, ну, то есть звуковое сопровождение, это актеры, и, ну, и очень такая творческая, можно сказать, команда. Ну, мы всегда открыты к новым идеям, поэтому кто желает принимать участие, пожалуйста, обращайтесь, мы всегда открыты для идей. Хотели бы, чтобы команда росла. Я бачу, очі горять. Да. Буде не тільки Ольвія 2.0, а будуть і наступні проекти, до яких куточків ви ще хочете зазирнути, і що ми зможемо побачити віртуально? Ну, буквально вот на этой неделе сейчас мы решаем, создаем план на 2016 год по Николаевской области. И я чуть-чуть позже, наверное, вас ознакомлю уже более конкретно с этим. Мы будем раскрывать секреты, да, но планы есть. Да. Планов очень много, и хочется не останавливаться, а идти развивать дальше. Куда звертатися зацікавленим особам? И що, якої співпраці ви б хотіли отримати від наших глядачів? Можливо, хтось зацікавився вашим проектом? Ну, то есть есть наша электронная почта, 3dnikolaev@gmail.com для рекламы, да. То есть все, у кого есть интересные идеи, то есть кого, кто хочет развивать туристическую привлекательность нашей области, пишите, то есть мы будем проводить встречи и создавать интересные проекты и концерты в будущем. Я вам бажаю чимало творчих ідей і, звичайно, яскравого їх втілення, бажання і натхнення. Приходьте до нас іще. Знайомтесь з хорошими проектами. Отже, шановні глядачі, я нагадую, що інтернет-користувачі тепер зможуть здійснити 3D-прогулянку по Ольвії музею під відкритим небом. Не оминайте цієї нагоди познайомитися із давньою пам'яткою.